Тезяхао, меня зовут Денис. Шестое упражнение. Обратная бабочка. Сидя на стуле с резиновым жгутом или гантелью, руку не опускать ниже уровня плеча. Исходное положение. Рука на уровне головы. Вдох. Тянем, раскрыли грудь. Выдох. Выполняем от 10 до 20 повторений. Упражнение прорабатывает мышцы плечевого сустава, задняя дельтовидная мышца, ромбовидные и трапециевидные мышцы грудного отдела позвоночника. Используется при лечении боли в плечевом суставе, в том числе в стадии замороженного плеча, при лечении шейного и грудного остеохондроза позвоночника. Допускается преодоление болевой доминанты при растяжении и сокращении мышц плеча. Это упражнение наиболее эффективно при серийной проработке, так как его силовая составляющая для большинства людей невысокая по причине того, что у большинства людей дельтовидные и трапециевидные мышцы слабо развиты, и чтобы их проработать, нужно не менее 2-3 подходов. Можно выполнять это упражнение лежа животом на скамье, второй вариант. Третий вариант. Стоя с упором свободной руки в опору или в наклоне вперед с гантелями. Противопоказания: вывих плеча.